В британском городе Ньюкасл автомобиль врезался в группу мусульман. Не менее 6 человек получили травмы. Среди пострадавших 3 детей. Один мальчик находится сейчас в критическом состоянии. В полиции утверждают, что инцидент с терроризмом не связан. Мусульманская община праздновала окончание священного месяца Рамадан. Очевидцы утверждают, что виновница этого происшествия выезжала с парковки на своем автомобиле и не справилась с управлением. Перед этим она тоже посещала праздничную молитву со своей семьей. Все произошло как раз после молитвы. Мы услышали плач и крики, но не поняли, откуда они доносились. А потом узнали, что женщина наехала на людей. Есть жертвы, некоторые серьезно ранены. Люди были в панике, но полицейские быстро справились с ситуацией и всех успокоили.